значит, они по времени все расписаны. Так мы же не должны ничего подписывать. На 12:30, у другого на час 30, да. У третьего вот. Сейчас это время пройдет. 12 никто не ждет, мам. На что ждут? Лиля, а как ты думаешь? Я вообще-то хотела бы присутствовать. Вот фигня. Я бы не хотела, чтобы нас ждали. Так ты можешь не присутствовать. Ольха. А я хочу. Ну ладно, мам, мы тогда поприсутствуем. Благодаря тебе. Малая шлюпская пустая. Мам, смотри, ты и опаздываешь, и присутствуешь. Это круто. Ты как считаешь? Вот чуть-чуть. Мам, самое прикольное, если они в итоге из-за того, что мы опоздаем, не женятся вообще. Нет, нет. На самом деле во всех фильмах опаздывают нормальных. Знаете, вот я шагаю по Москве. Знаете? Ну, знаете, интересно. Вот именно. Да? Так, мам, представляешь, если ты не опоздал. 15. Это было бы ужасно. Большая. Для нас это да. Не все же иначе. Такой был бы ужас, если бы мне никто не опоздал. Что-то движется в этом сюжете. Вот вы говорите жизнь, да, может преподнести сюрпризы. Видите как, вот когда фильм снимаешь, все к лучшему, все, что плохо. Почему? Так интереснее. Фильмы по-другому не снимают, там не снимают, тут просто обычная свадьба, никто не опоздал. Понимаешь, мам? Ольха, новый заказ, а? В ближайшее время до 13:00. Третья Рыбинская улица. Красноярская. Это жизнь. Понимаете, так всегда и происходит в действительности. Так все люди опаздывают. Мне кажется. Это попадает в кино. А как вы думаете, можно было бы из того, что мы сейчас снимаем, сделать небольшую комедию? Это сейчас трагедия будет, а не комедия. Уже скорая помощь едет. Мам, это скорая помощь для Наташи. И милиция уже подъезжает. Это за кем? Ольха, новый заказ на ближайшее время до... Это осенний, мам, вызвал. 15. Для нас. Большая грузинская улица. Белорусская. Так. А под нами пробки нет. Кому-то везет, едут. Алиса, новый заказ на 13:00. Вторая Новосталкинская улица. Улица Академика Королева. А вы, кстати, в интернет заходите? Не так у дочери есть, конечно, там иногда скажу. А так некоторые не есть. Сейчас стоит, что нужно в Яндексе. Пробки посмотреть или еще чего. А у вас есть электронная почта? Нет. Нету? Бумажки есть, они не нужны. Ближайшее время до... А вы...
Ну, вы в контакт тоже не зарегистрированы? Нет. А вас? Некуда этим заниматься. Если бы у меня была работа, я дома сидел бы, ничего не делал, то ладил бы по контактам и играл. А так у меня целый день, видите, баран включил, целый день за рулем, мне некогда. А можно тогда ваш телефон записать, если что, мы вас спросим, вдруг там эти карты пригодятся? А мы вас разрешение спросим. Да я вам разрешаю. Разрешаете? Хорошо. А чтобы вам показать, а то, понимаете, мы вас сняли, а теперь еще будем потом искать. По телевизору. Хорошо. По телевизору, чтобы обязательно показать. Так нам надо, чтобы вы еще нам помогли его сделать. Мы же объясняем, что нам нужны всякие люди, которые нам советуют прям в интернете. Интернета у меня нет, есть у дочери интернет. Но мне даже некогда по интернету лазить, я целый день работаю. А еще прихожу усталый. Мне не до интернета уже. А давайте мы вам скинем сайт, если мы его сделаем, чтобы вы посмотрели, чем там делаем. Давайте. А я, Машка, не помню, там, по электронной почте. Эмейл. На что скидываю? Нет, уж извините, вы такой существенный человек оказались в нашей съемке. Дать нас просто так не делать. Живой так сидеть. А как ваша фамилия? Моя фамилия настолько известна, что ее нельзя говорить. Так, слушайте, мы вас и так уже найдем. Из какого это фильма? Из какого это фильма? Хорошо, Иван. Иван Васильевич, меня пропеет. Да, 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 это же Куравлев. Ну да, Куравлев там снимался в главной роли. Сказочное время подарков и поздравлений, ароматы эпохи опус создадут настроение и гармонию. А что сейчас должно было бы произойти по законам самого лучшего фильма? Приезжаем, а церемонию задержали. И мы еще все перебыли. Не верите молодых,